В Рязани в легкоатлетическом манеже «Юность» прошел спортивный праздник «Фитнес-трофи». Мы продвигаем фитнес в массы. Это была моя идея изначально. И мы начали двигать это направление еще в прошлом году. На дне тоже здоровья совместно с Министерством спорта нашего Рязанской области. Был пилотный проект, тоже фитнес-трофи среди школьников. Но теперь это уже выходит за границы школы. Теперь у нас и педагоги, и административные команды принимают участие. И коллективы, которые просто сборные с улицы, которые просто хотят заниматься спортом, быть к этому причастным. Мероприятие, в котором приняли участие более 300 человек, было посвящено Всемирному дню здоровья. Сегодня, интересно, юбилейная дата празднования Всемирного дня здоровья. 65-й раз во всем мире празднуется. Наш город всегда поддерживал этот день здоровья своими спортивными мероприятиями. Сегодня мы провели его в новом формате. 19 команд школьников, воспитанников спортивных школ города, спортивного комплекса «Дельфин», учреждений среднего профессионального образования, педагогов и руководителей учреждений города и команды управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани приняли участие в спортивном празднике. Все очень понравилось. Это, я думаю, что такие мероприятия надо проводить как можно чаще для молодежи, потому что спорт – это жизнь, надо больше двигаться. Сегодняшнее мероприятие было направлено на развитие молодежной культуры, хореографической, так и физической культуры. Я считаю, что это нужно было сделать. Это мероприятие доставило большое удовольствие. Лучших выбирали в следующих номинациях: школьники 5 и 7 классы, школьники 8 и 11 классы, студенты, учащиеся спортивной школы учреждений физической культуры и спорта, административные и педагогические работники, за командный дух, за спортивность, за выносливость, за активность и даже за эмоциональность. Словом, в здоровом теле здоровый дух, а то, что Рязань – город спортивный – неоспоримый факт.